you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в финалочку на серии Imagine Hero Replay первой серии, мой Кирилл Путбуль, и сегодня у нас будни ДПС, возьмем бронежилет, жезл и дубинку, не знаю зачем, ну ладно. Короче, чуваки, к вам такое серьезное опрашивание, или как это назвать, опрос, во. Я уже, это седьмая уже получается серия в буднях ДПС, понимаете, да, и как бы, ну, активность очень упала, и напишите в комментариях, хотите ли вы видеть будни ДПС, как бы, или нет. Вот мне это реально интересно, просто реально, блин, ну, смысл мне снимать, если вы это не смотрите, как бы, хотя вы сами просили, чтобы я здесь снимал, как бы, пошел в эту фракцию, но особо просмотров, лайков я, как бы, активности не вижу, так сказать, отдачи. Поэтому, блин, давайте либо поактивны, либо пишите, снимать будни ДПС вообще или нет, или просто уходить с фракции. Пишите в комментариях обязательно. Ну, реально, блин, ну, смысл снимать то, что вы не смотрите, как бы, сами понимаете. Или пишите то, что вы хотите видеть в буднях ДПС, как бы. Я не знаю, короче. Сегодня у нас будет патруль, наверное, не знаю какой. Ну, я решил поехать на новый пост. Не обращайте на таксишки, они баганы какие-то, отконченные. Поэтому не обращайте просто внимания. Я взял мотоцикл, нашего сбили, заебись. Вот придурок, сука. Стой, блядь. Ладно, похуй. Мигалки выключайтесь, ёпта. Ебать. Я испугался от этих искр. Сейчас поедем на новый пост. Он находится, как ехать, в Арзамас через Батырево, короче. Ну, думаю, все его знают, как бы. Вот это он... Чё, блядь? Чё это только что было, ёпта? Это было, конечно, красиво, да? Ничего не сказать. Я жезл взял, бинт включен, едем патрулировать на новый пост. Но на самом деле мне как бы никто ничего не говорил, куда ехать, что делать, как бы. Ну я сам для себя, как бы сказать, генерал. Четко. Можно так сказать, в принципе я ничего такого плохого не делаю, как бы я работаю. Это самое главное, в принципе, самое главное это работать. И никто к вам не приебется, так сказать. Поэтому я свои обязанности выполняю. А вот что с серваком суть? Охуенно, да. Охуенно, перезагрузка сервера. Спасибо, ёпта. Вот охуенно, всегда вот надо перезагрузку сервера, блять. Охуенно, спасибо. Естественно, бронежилет, вся дичь ушла. Жезл. И дубинка. Все. Теперь снова нужно ехать. Снова, блядь. Снова. Амазинг. Бесишь уже, блядь. Это не точно. Или точно. Или динах. Блядь, какого хуя? Перезагружался. По-любому сейчас там бензина нет. Построение или что? Так, генерал, надо спиздить быстро приору, пока он не видит. Это генерал, по идее. Кто хочет РП с призом? Я испугался, когда вы ко мне подошли. Я хочу тогда. Придумайте РП. Полковник. На приору спиздить. Как это сделать, сука? Так, тихо. Нужно, чтобы он отвернулся, либо в ФК ушел. Но ни хрена не происходит. Так, чувак, давай. Вали отсюда, вали. Кыш. Он понимает, что хочу приору спиздить. По-любому. Прошаренный мусорок. Я просто стою. Не. Ничего не собрался воровать. Чем бьет, как придурок? Зайди ты там. Иван какой-то. Клинов.
Клин выбываем клином. Выбываем, блядь, выбиваем, сука. Сорян, если я заговариваюсь, блин, я вообще не выспался просто. Поспал где-то 2 часа за сутки, нахуй. Короче, жестко прям. Че ты на меня смотришь? Снимаешь? Конечно, братишка. Да. Надо приору спиздить. Поможешь? Бля, мне не дают приору спиздить. Это печально. Сейчас бы машину толкать, блядь. Блин, он меня сдаст, если я приору спизжу. Наверное. Сука, вот как трудно приору спиздить. Я просто не хочу, чтобы меня уволили, как бы. За это могут, я думаю, уволить. Хотя хрен его знает, может, я брит несу. Надо спиздить. Так, генерал лохнулся как-то, короче. И я хочу спиздить приору. Все, я пизжу приору, мне похуй. Есть Бенз? Есть. Можно ехать. Виу, виу, виу. Закрывайся нахуй, ёбаный шлагбаум. Спасибо. Все, дерзаем, поехали. А вот и мой мотоциклет. Значит, приору нужно утопить. Ебаная система, сука. Прощай, сучка. Все, погнали за мотоциклом. Как-то на мотоцикле как-то лучше, чем на приоре, блин. Приора как-то бесит. Так, срочно нужна машина на пустоможне. Рация упала. Рация упала. Жизнь пропала, нахуй. Здесь бензин есть. 27 литров. Охуенно. Просто охуенно, блядь. Блин, я только сейчас понял, что мотоцикл вообще не валит. 101. 102. 102. Все еще 100... Короче, вы поняли. Я даже елик не смогу догнать. Это на самом деле обидно. Да. Но мотик классный. Ну хреново, что одноместный. Ну, в принципе, хрен с ним. Советская техника, блядь. Мощь. Блядь, сейчас бы на дебах ехать. Сука, не встает, нахуй. Давай, курва. Да ёб... Сука, давай. О-о. Еба. Вот это четко. Четкий мусорок на Урале. Или что это за мотик? Я не догоняю просто. Не разбираюсь в мотиках. Ебать, он, отвечаю, на нем вот так можно доехать. Отвечаю, вот всю карту можно объехать. Вы что, ебанутый, что ли? Он управляемый, пиздец. Да, накаркал, блядь. Сука. Вот, на этот пост я хочу сегодня здесь постоять. Так, паркуем свой супер мотоцикл и погнали работать. Стою я, короче, такой, а вокруг ни души, блять. Почему здесь никто не ездит? Блин, ну все по короткой дороге Арзамаса ездят. Просто никто не ездит. Смотрите на его унылое лицо. Просто. Да. Ладно, будем ждать, что делать. Блять, я только заметил, что у него с рукой, ёпта? Что это за полоник у него, блять, а не рука, нахуй? Ну, что не знаю, это полоник, это такая большая ложка. Ложка. Ладно, вы поняли, короче. Блин, он так держит эту руку, как будто он, не знаю, какую-то тёлку обнимает. Серьезно, зачем он так делает? Вот я только это понял. За все 7 серий, блять. Чё он так руку держит? Ладно. Сейчас не об этом. Ну реально... Капец, он маленький. Как бы сегодня чё, у нас суббота. Почти 11 дня. Ну такое себе, блин. В будние дни даже больше лайн. Наверное, все отсыпаются просто. Мне бы тоже не мешало выспаться. Да. Этим я сегодня ночью и займусь. Блин, ну это уже не смешно, как бы. Вообще никто не ездит. Сколько я, ну, минут 2 где-то стоял, и вообще ни души. Серьезно, это чё за бред? Чё просто за бред? Совершил преступление, на-на-на. Понятно. Ну реально, никого нету. Я на самом деле опечален. Ладно, погнали в будку, в будку, блядь. В эту хрень, вы поняли, короче. Куварная.
пёрла... Чё, блядь? Аккордеон, блядь? Нахуй? Нахуй ей аккордеон? Особо опасен. Оторвал яйца. Чё? Боже... Ебать, елик полетел, сука! Круто было. Беглый насильник, сука, ебать его, урод. Да, угарчик, конечно. Мне интересно, вот мы сегодня кого-то остановим. Вот напишите в комментариях, вот сейчас поставьте на паузу видос, напишите в комментариях, остановил я сегодня кого-то или нет. То есть в этой серии я остановил хоть одного человека или нет. Напишите в комментариях обязательно. Бля, ну реально никого нету. Скутерист, стой, сука. Стой, 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 стоямба нахуй. Вот ублюдок, сука. Курва, бля. Съебался. Только я, блядь, вышел с паузы, нахуй, и сразу начали ездить. Реально бесит. Реально бесит. И чё там ещё? Никого нету, чуваки. Ну как так-то, ёпта? О-о-о, я вижу его, сука, я вижу его, нахуй. Стоять, блядь. И шо огонь хуянём по нему, нахуй? Так, давай, давай. Тормози, блядь. Тормози, ёпта. Давай, давай, к обочине, к обочине. Давай, давай, давай. Камон, камон. Ну. Чё тут, блядь? О. Красавчик, ёпта. Так, бинт, нахуй. Сука, работай, нахуй. Я, кстати, бинт, видите, ну, переписал. Так, прошу ваши вас. Давай документики, блядь. Показывай. Быра, нахуй. Миллеров. Егор Минер. Блядь, Минеров, блядь. Миллеров. Нихуя себе седьмой уровень. А как давать? А, блядь, пас айди. Ну, чувачела, давай речи, пожалуйста. Седьмой уровень, не знать, как паспорт давать, сука. Это пиздец. Сегодня, наверное, блядь, в этой серии было много мата. Просто много. Вот то. Сука. Так. Документ в руке. Так, чувака я освободил, у него нету звезд. Все. Вы свободны, хорошего дня. Заебись. Уху, 3-0. Ну, такое, такое, да. Явно получше. Уху, ну, необычный номер. Хотя, не, я, кто любит уху вообще, а? Ну, есть, я имею в виду. Хотя, можно, что с ней еще можно делать, блядь? Я лично не люблю уху. Не знаю, к чему это было вообще сказано, но похер. Ну блин, как я понял, ловить здесь нечего, поэтому мы будем, наверное, заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписан, подписывайтесь на группу ВКонтакте, все ссылочки будут в описании, ставьте колокольчик и ждите новых серий. Всем пока-пока. South side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.